сокращаем голову, опять-таки сократите. И когда вы выпускаете, не прибавлено голову, а просто постараться, чтобы он немножко расцепил шею, потянулся вперед. Спокойнее голос. Спокойнее, еще спокойнее голос. Вот, больше сильнее сидит. Вот так хорошо. Вот так хорошо. И немножко подали голову вперед, вышли вперед. Просто на собранный голову. Вот. Вот так хорошо. Так достаточно. Так достаточно. И опять сократили. 2, 3, 4 темпа сократили. Вот так, хорошо. Левый шаг. Старайтесь не давать лошади валиться сильно вовнутрь. Ножкой все время упирайте за лошади наружу, чтобы она слушала ваш внутренний шаг. Вот так, хорошо. Тогда вам будет легче выйти и на принимание, и на пюре. И перед, 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 вальто. Вот. Перед. Перед. Вот так. Плечо, видите, вот у него вот плечо. И вышли опять. Хорошо. Хорошо. И опять вышли. И чуть опять подайте вперед, дайте ему потянуть. Только не прибавленный головой, не средний. Немножко дайте ему растянуться. Вот. Вот так. На собранном голове. Собранный или рабочий голове. Удерживайте. До начала перевода удерживайте внутренний шаг назад. Ножка на руку. Вот так. Вот. И теперь начинаем удерживать. Выдержали правую руку. А левый немножко снизу вверх. И перед. Перед. Где плечо внутреннее? Вот так хорошо. Плечо. Плечо внутреннее. Вот так. Плечо внутреннее. Поворачивайте. Плечо. Внутренний повод снизу вверх. Даете ему двинуться за внутренний повод. Плечо опять. Вот. Вот так хорошо. Вот так хорошо. И опять еще так хорошо. Это было очень хорошо. То есть лошадь в пируэте должна вот все время давать тенденцию, что она идет за внутренний повод. Оставляя ее на наружном поводу и дает ей на свободный внутренний повод двигаться плечом внутрь. То есть он хорошо очень принимает наружный шепель, он хорошо держит сгибание. Вам нужно только следить, чтобы он все время двигался. Вам не нужно так много задом валить, вам нужно только немножко удерживаться. Он очень хорошо реагирует, очень хорошо бьется. Поэтому вам нужно только удерживать его наружным шепелем и стараться вести перед вокруг зада. Тогда вы можете сократить пируэт на месте и поворачивать лошадь просто перед вокруг зада. То же самое с правой. Ноги опять-таки старайтесь удержать правым шепелем. Еще немножко заду перейти наверх. И чуть спокойнее, как чуть спокойнее. Вот. Вот такой вот. И удерживайте правым шепелем вот так. Еще правым шепелем за вторым. Вот. Еще правым шепелем за вторым. Вот. И опять выйдите. Дайте шею потянуться вниз. Вот так, хорошо. Правым шепелем удерживаете. Хорошо. Вот так хорошо. Вот так хорошо. Еще правым шепелем удерживаете. И теперь видите перед. Меньше наружного шепеля. Меньше давайте ему задом валиться вовнутрь. Вот. И перед поворачиваем. Поворачиваем перед. Правой рукой снизу вверх правой, вот, снизу вверх, вот, меньше наружного шейка. Еще больше перед поворачиваем. Вот так, вот так, вот так лучше. И вышли. Хорошо.